Игроки «Крыльев Советов» стали участниками спортивного праздника для болельщиков. Встреча стала первой в этом сезоне и последней перед отъездом нашей команды на зарубежные сборы. Подробнее у Кирилла Козина. Зелено-бело-синие флаги, крыс-лютик и толпа болельщиков. Все как на официальных играх, только поле поменьше. Настоящий праздник, состязания, викторины и, конечно же, розыгрыш абонемента. Светлана – фанатка со стажем, как в настоящем футболе вырвала победу в последний момент, перед самым закрытием лотереи. Очень рады. Ну, я вообще любила, ну, мы раньше вообще постоянно с семьей ходили на стадион, болели за нашу команду, даже ездили в Москву. И вот я рада опять возобновить. Во всех конкурсах активное участие приняли игроки «Крыльев» – Иван Таранов и Адис Яхович. Эта встреча для них и для болельщиков стала первой в новом сезоне. Это очень интересно и очень важно для нас, потому что это видно, что болельщики нас любят, что они каждый раз на каждую игру нас болеют за нас. И могу сказать им очень большое спасибо. И дай бог, чтобы еще больше приезжали на «Металлурги», большой номер, как сказать, больше людей на... Давайте сделаем эту 40 тысяч людей на одну игру. Праздник собрал около 200 болельщиков и традиционно закончился автограф-сессией. В следующий раз фанаты смогут увидеть своих любимых футболистов не скоро. Сейчас начинается самая активная фаза тренировок. А уже в ближайшее время «Крылья» уедут на сборы в Голландию и Бельгию. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров, «Новости губернии».